Куряги. Ой, курчата. Курчане. Тоже не то. Куряне. О, куряне. Ну как, почувствовали силушку богатырскую? Как вам F-16? Нормально они там летают? Ну, это все по плану. Это создается санитарная зона. Все, как говорил главнокомандующий. Всем очередной шалом. Продолжаем смотреть, что будут кушать те, от которых у других создается санитарная зона на их территории. Погнали смотреть. Как видите, братский народ не перестает удивлять. По-братски хлеба отвалил вот так. Смотрите, булочка какая. Как пух просто. Смотрите. Смотрите. Видите, какая булочка? Хлебушек порезанный. Мягкий. Квадратный. Не квадратный. Вот такой. Этакой. Вот такой. Дальше переходим. Булочка. Булочка. Мягкая. Один пакетик, второй пакетик и три батона порезанных. Видите, мягкие, 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 мягкие. Вот так вот. Даже не знаю, как показывать. Может, замедленно показывать. Ну, там интернет затормозили, поэтому надо в замедлении показывать. Ладно, шучу. Итак, вот такой для запекания багет уже с начинкой. Раз, два, три, четыре. Короче, кучка перца. Один авокадина. Три апельсинки. 2-4 помидора. 2-4 морковки. Три огурчика. Тут вот такая сладкая булочка. Видите? Мягкая вот такая, вкусная. Три вот такие трубочки с кремом. Тут у нас кекс. Здесь виноград такой, виноград этакой. К чаю вот такой сладкий пирог. Вот такой рулет. Тут у нас брокколи. За брокколи, а ничего нету, за брокколи стоит 1, 2, 3, это заправка для салата, салатная заправка разная, видите, с виноградом, вот, с яблочком, и это с яблочком. Так, дальше, что пропустил, абрикос по-братски навалили, 2 лука, тут у нас, как видите, под картошечкой, там вот, в общем, персики разные. Это у нас горчица с медом. Вот такая штука. Колбаски дали, смотрите. Пачка вот такой колбаски и вот такая. Думаете, пачка? Не угадали. Это братский народ, не забывайте. Две пачечки колбаски с салями. Вот такая салями. Вот. Была она 3,49 изначально, вот эта пачечка. Видите, цена? Была 3,49. Вот, а теперь 2,60, скидка 25 была, вместо 3,49, 2,60. Но, тем не менее, она попала сюда бесплатно, по-братски. Детское питание вот такое. Тут у нас капусточка такая, капусточка этакая. Намазочка одна, намазочка вторая. Тунфиш с тунцом, кстати, вкусная. Тут у нас арбузик порезанный. Кабачок. Картошечки по-братски навалено. Тут йогурт, актимелька, йогурт, 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 йогурт. Короче, йогурты. Два кофе традиционно. Вот такая вкусняшка дали. Сыр в масле и со всякими вот такими вкусностями. Так, сок смузи. Напиток мандель, какой-то напиток из миндаля. Это кокосовый какой-то напиток. Это вот такие штучки жарить, видите, типа картофельные зразы. Два пакетика супа, гуляша, яйца, макарошки, редиски вот так вот по-братски. Видите, там куча, 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 целый пакет. Вот это все, что будут есть те, из-за которых у других затормозили интернет. И не только. У которых летают F-16, у которых там санитарная зона. Ну, в общем, вы поняли. Подписывайтесь, ставьте, жмите, пишите, помните, слава Украине, ам Израиль хай, всем пока. Бункерный дед красава, пообещал санитарную зону, зону безопасности, не прошел и год, он ее начал делать, молодец.